Доброе утро! Сегодня я вам расскажу притчу, которая называется «В парикмахерской». Один человек пришел в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья он заговорил с парикмахером о Боге. Парикмахер ему говорит: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» – спросил клиент. Потому что стоит только выйти на улицу и посмотреть вокруг. Если Бог есть, почему тогда столько больных людей вокруг? Почему столько беспризорных детей? Если бы Бог существовал, то не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Клиент задумался. После работы, которую сделал парикмахер, он щедро расплатился и вышел на улицу. И увидел там заросшего, небритого мужчину. После чего он вернулся в парикмахерскую, подвел к окну парикмахера, указал на этого мужчину и сказал: «Парикмахеров не существует.